Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире речь пресс-секретаря правительства Республики Западная Армения. Он может пойти против своей совести, если Баку продолжит оставаться страной, принимающей КОП-29. Бернард Кушнер. Армянская церковь Сурп-Саркис, имеющая 508-летнюю историю, будет восстановлена. Турецкое радио, оштрафованное за упоминание геноцида в отношении армян, требует справедливости. Издана персидско-английская версия книги «Армянские церкви Ирана». Статья в известном французском журнале «Тигранакер. Армянская память под угрозой». Представители Баку продемонстрировали неспортивное поведение на церемонии награждения армянских боксеров на чемпионате Европы. 28 июня с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западная Армения Армену Исаакян. Пресс-секретарь представила речь президента Республики Западной Армении Лити Маркусян и председателя Национального совета Республики Западной Армении Арменака Абрамяна, процитировав отрывки из выступлений, связанных с 8-й годовщиной ратификации Северского договора. Пресс-секретарь представила речь президента Республики Западной Армении Лити Маркусян. Потребовались годы работы и усилий, чтобы ратификация Северского договора Республики Западная Армения была узнаваемой и услышанной на международных площадках. Прежде всего, хотела бы поздравить Арменака Абрамяна, который заложил основы для создания государства и Национального совета Республики Западная Армения. Благодаря этому сегодня Республика Западная Армения имеет послов и консулов в разных странах мира. Начало правления Республики Западная Армения было положено освобождением Арцаха. Именно этот дух победы, освобождение мы переняли, и этим руководствуется наше государство. Далее пресс-секретарь представила речь Арменака Абрамяна, где в частности отмечается: «Мы создали парламент Западной Армении, избрали первого президента восстановленного государства Западной Армении, после чего была создана национальная конституция». Западная Армения утвердилась как государство, создание Национального совета заложило основу для восстановления Республики Западная Армения. Важно отметить, это продолжение идеологии и политики Погоса Нубара. ООН и демократические страны коллективно могут пойти против своей совести, если Баку продолжит оставаться страной, принимающей КОП-29. Об этом газете «Ле Монд» заявил бывший министр иностранных и европейских дел Франции Бернар Кушнер. Как международное сообщество может оправдать проведение столь важного мероприятия в стране, которая отклоняется от международного права, во многом зависит от углеводородов и нарушает права человека, без каких-либо уважительных причин продолжает держать в тюрьме 23 армянских заложника. Не прошло и года после этнической чистки 120 тысяч армян Арцаха, а Баку уже удостоился чести провести такое престижное мероприятие, как КОП-29. Этот выбор поднимает как гуманитарные, так и экологические проблемы. По его словам, Конвенция ООН об изменении климата, похоже, действует так, как будто событий последних месяцев на самом деле не происходило, и таким образом дает Баку право действовать свободно, продолжая нарушать международное право. 19 сентября 2023 года Баку начал военное наступление с целью взять территорию под свой полный контроль и провел настоящую этническую чистку. Необходимо повторять, что борьбу с изменением климата нельзя отделять от соблюдения прав человека. Армянская церковь Сурп-Саркис, расположенная в районе Али-Паша-Сури, провинции Диарбекир, в восточной части Западной Армении, будет восстановлена. Об этом сообщает Армени Хабер. Армянский патриархат Константинополя начал реставрационные работы 508-летней церкви. На эти цели Министерство культуры Турции выделило всего 5 миллионов лир, несмотря на то, что по расчетам на реставрацию необходимо еще 2 миллиона долларов. Отметим, во времена Османской империи церковь служила как профессиональное училище. После геноцида, совершенного против армян в 1915 году, церковь не служила для религиозных или других целей и сейчас находится в разрушенном состоянии. Турецкая радиостанция «Акик Радио», оштрафованная за упоминание геноцида в отношении армян, обратилась к слушателям. В заявлении радиостанции говорится: «Очень странно слышать обвинения о разжигании ненависти, защищая свободу прессы». Выдержки из заявления, опубликованные на сайте радиостанции, опубликовало французско-армянское издание «Nouvelles d'Armenie». Упоминание о геноциде 24 апреля 2024 года озвучил гость одной из передач радиостанции.
В частности, он заявил, 109 лет назад произошли депортации и массовые убийства на армянских, то есть османских землях. И эти убийства называются геноцидом. Радиостанция отказалась выступить с опровержением его слов, после чего 22 мая на нее наложили штраф, лишив эфира на 5 дней. Комиссия по телевидению и радио Турции приняла это решение, подобрав формулировку «за разжигание межнациональной розни». Комиссия предупредила, что при повторном нарушении в течение года эфир будет закрыт на 10 дней, а в третий раз радио лишат лицензии. Атик Радио опротестовало это решение, но на данный момент суд оставил его в силе. Печально, что нас же теперь обвиняют в дискриминации, говорится в заявлении. Автор книги «Армянские церкви Ирана» архитектор Ширли Абетян. Презентация персидско-английской версии книги состоялась в армянском клубе Тегерана. Армянская версия книги была представлена на суд читателя в июле 2021 года в Эчмиадине. Абетян, будучи иранским армянином и знатоком персидского языка, перевел книгу сам. Редактор книги Акбар Сабер Мобасер. Английскую версию книги составила Карине Арутюнян, автор книги с 2000 года, директор Центра исторических церквей Ирана, сотрудничает с ЮНЕСКО для регистрации ряда армянских церквей и монастырей Ирана. Вскоре в Восточной Армении также состоится презентация персидско-английской версии книги «Армянские церкви Ирана». При сотрудничестве Гамлета Петросяна и Маритны Дедеян известный французский журнал опубликовал статью «Тигранакерт. Армянская память под угрозой». Об этом сообщает независимая академическая платформа «Мониторинг культурного наследия Арцаха». Древний город, названный в честь царя Тиграна Великого, жемчужина армянской и европейской культуры. Сегодня он оккупирован со стороны Баку и находится под угрозой исчезновения. В финале чемпионата, проходящего в Сараево, армянская спортсменка одержала победу над представителем Италии Джорджио Ла Россом. Азербайджанская спортсменка завоевала третье место. Боксер Симон Симонян стал золотым призером чемпионата Европы по боксу среди юношей до 16 лет, одержав в финале победу над азербайджанцем. Во время церемонии награждения армянских спортсменов два представителя Баку не смогли держать свои эмоции. Услышав гимн Восточной Армении, азербайджанская спортсменка демонстративно покинула пьедестал. Аналогичная ситуация произошла во время награждения юношей. Азербайджанский спортсмен повернулся спиной к армянскому спортсмену. Правительство Республики Западной Армении осуждает данное поведение. О каком мире может идти речь, когда среди молодежи внедряется ненависть? Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!